Для 5-летней Ани Романенко воздушный лабиринт стал ловушкой. После падения с батута она сломала позвоночник. Компрессионный перелом. С таким диагнозом врачи выписали девочку из больницы. Впереди длительное восстановление. Когда она игралась, под ней мат надломился. Ну, не надломился, а промялся, больше сказать. Она упала на спину. После чего заплакала, сказала, что очень болит спина. И не захотела больше продолжать игру. Моя жена взяла ее на руки, вот, пыталась успокоить, успокоила. Вот, в этот же день мы обратились в больницу имени Титова. Ортопедическая кровать, матрасы, необходимое лечение уже обошлись родителям девочки более чем в 60 тысяч рублей. Именно здесь произошел несчастный случай. Тогда под батутом не было никакой безопасной поверхности. Сейчас противоударный мат. Только вот установили его уже после инцидента. По словам работников аттракциона, об этом ужасном случае они ничего не знают. А с руководством договориться о конкретном времени встречи нам не удалось. А скажите, пожалуйста, а можно будет в телефонном режиме прокомментировать ситуацию? Мы готовы вас... Да нет, лучше посмотреть. Конечно, нет. Давайте потом тогда уже. Когда вы сможете созвониться? До пяти часов хотя бы? До пяти сможете? До пяти точно нет. Или тогда на завтра. Но это не займет много времени, это одна минута. Я понимаю, но мне неудобно сейчас поймите. Сотрудники Главного управления Следственного комитета России по Крыму взяли ситуацию на контроль. Органами следствия будут тщательным образом проверены действия лиц, ответственных за установку и функционирование детского аттракциона, дальнейшую проверку его безопасности. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение. Сейчас сотрудники городских парков проводят проверку безопасности всех детских и игровых площадок Симферополя. Мониторинг закончится в августе. На сегодняшний день мы очень плотно изучаем регламенты, ГОСТы этих площадок. На самом деле, по всем практически у нас есть вопросы, поэтому здесь, конечно, нужно сделать все один раз, но очень профессионально, очень правильно. Проверку безопасности аттракционов в Симферопольском детском парке проводит и Крымская прокуратура. Лилия Ислямова, Саид Влиляев, телеканал «Милет».